Здравствуйте, меня зовут Алина Хатиль, я студентка третьего курса кафедры преподавания немецкого языка университета Нежметина Эрбакана. Наша кафедра была создана для подготовки лучших преподавателей немецкого языка, но расположена на территории педагогического факультета имени Ахмеда Кюлешоглу в качестве кампуса. В нашей кафедре, как правило, есть курс по литературе, грамматике и педагогическим наукам. Для того, чтобы окончить нашу кафедру, необходимо в общей сложности 144 часа практики в обоих семестрах педагогической практики за последний год. После окончания нашей кафедры мы можем работать как в государственных, так и в частных учреждениях. Кроме того, мы можем найти работу в туристическом секторе и за рубежом. Мы также можем заниматься не только преподаванием, но и устным переводом. Я предпочла эту кафедру, потому что хотела изучать немецкий язык, а не английский. Во время обучения на кафедре мне больше всего помогли библиотека и педагогический персонал. Кроме того, чтобы улучшить свой язык, я вступила в сообщество Erasmus. Я участвовала в тематическом сообществе. После окончания университета моей первой целью является работа, ориентированная на КПСС. Я хочу иметь возможность заниматься своей профессией, получив высокий балл. Если вы интересуетесь немецким языком и хотите улучшить свой язык, я рекомендую выбрать эту кафедру. Я желаю успехов друзьям, которые будут сдавать университетские экзамены. Мы ждем вас всех в нашем университете. Университет Нежметина Эрбакана – ваше будущее.